Сегодня мы приготовим соус гуакамоле с помощью блендера Витек VT1473. Для этого нам потребуется 2 авокадо, 1 пучок кинзы, половинка лимона, 2 зубчика чеснока, 120 мл воды, 2 столовые ложки растительного масла, соль, перец и 4 столовые ложки майонеза. Сначала необходимо измельчить чеснок. Затем очистить авокадо, удалить косточку и порезать его на кусочки. Сложить авокадо и чеснок в чашу блендера и выдавить половинку лимона. Затем необходимо добавить в чашу блендера растительное масло, кинзу, воду, соль, перец и майонез. Установить чашу блендера на моторный блок и взбивать на импульсном режиме. Соус гуакамоле готов! Приятного аппетита! Витек. Здоровый взгляд на технику.